Здорово, здорово. Продолжаем разговор. Пропавшие девушки. Видеокассеты. Если я сюжетку начну выполнять, то все остальные задания испортятся. Поэтому сначала сюда. Так, что сделать? Найти видеокассету. Так, кстати, о птичках. Я тут еще чуть-чуть побегал. Ого, 10 очков навыков. Надо это. Что надо делать? Поджигателя? Удар молнии. Поджигатель. Усиливает свойство улучшения оружия класса огня. Интоксикация. Усиливает яд. Снижает сопротивление силе стихий. Тоже прикольно. Ниже нуля. Давай, пожалуй, вот так вот сделаем. Вот так. И вот так. Во. И все, короче. Мы боги теперь. Скорее всего. Ну или нет. Или наполовину. Где сундук, интересно? Показан сундук. Где сундуки-то? Что-то, блин, столько сундуков прохожу, а где непонятно. Что? Like a man. На крыше, что ли? На крыше, так на крыше. Да залезь! Борзель, что ли, твою мать. Видите, я сундук ищу. Что это за знак? Где сундуки-то, я не понял. А вот туда явно можно пройти. Не внедряю, как это сделать. Не, ну не лезет, смотри. Ты хуй с тобой. Костюм. Все бабушке расскажу. Сундуки не даете. Нэти! Oh.
Да, вроде не страшный. Не, я страшный. Эй, ты дропнул. Ладно, давай так. Козел или козлина, кто там, где там? Знаете, бля, какой же ты косой, я ему. А, да, тут. Ох, тут вот так надо делать, да. Вот, наверное, вот здесь вход. Или нет? Или нет? Или я что-то не понимаю, ладно. Не понимать это нормально. Эх, вам бы туда бы гранатку засадить. Эх, бы засадить. Так хорошо стоите. Ну ладно, стойте, я пойду сундучки найду. Они ж тут все-таки есть. Что за блядство? Вот, я стою прям на метке, где обозначен сундук. Где сундук? Ай, ладно. А что тут, хедшоты тоже есть, что ли? Вот уж не знал. Мат? Понеделись. Я сейчас не понял, понеделись. Не понял. Что? Сентября. Эй, тихо. Не заметили, ты не. Не попал. Куда ты? Заметили. Ой,
бардак в стране. Ну, короче... Что такое? Да ты сдохнешь, нет, твою мать. Короче, я перекачался, походу. Что-то они дохнут как слишком просто. Ну ладно. Похер. Я не виноват, что разрабы не сумели сделать баланс. Нормальный. Знаете. Say good night. Do you feel lucky, dipshit? Dipshit. Не лаки, dipshit. Или не лаки. Знаете, по башке. Ого. А, 130, я думал, 5000. Обрадовался уж. Что за... Лаги жесткие. Ядро возгорания, уязвимость к эффекту. Замерзание в огонь. Это что-то получше, чем у меня есть, да? Ну-ка. Где у меня эта фигня-то? Ядро пламени 15-34. Душа огня. Ядро возгорания, вот. Хрен знает. Потом разберусь, ничего не поймешь, что, что кучу эффектов наделали, а как ими пользоваться, думайте нахуй сами, ёптать. Как же сюда зайти-то? Можно было как-то в окна запрыгивать, а сейчас что-то нельзя. Что? Эти сундуки на... внизу. Внизу. Что? Вау. Подвальчик. Какой-то. Какой-то, мать его, подвальчик. Назательной комнаты. Ну, блять, я так и знал. Да ни хрена я не перекачался, эти что-то мощные какие-то. Оу, не дохнут. Че не дохнешь-то?
уязвимость к электричеству написано. Пока ты лапаешь монашек, время так и летит. Не знаю, не пробовал лапать монашек. Где же в наши дни монашек-то взять? Эх. Тут секрет. Понятно. И все. Я календарь, сентября. Come back. Гениальный прицел. Блин, ну вы жирные, чё-то жирные. Всё равно вы жирные. Я тут не попал. Ой, ни хрена там здание рухнуло. Прикольно было. Стойте спокойно на месте. Хрена, она гранату кинула, что ли? Я тоже хочу гранату кидать. Тут как-то можно научиться. Но я не научился чему-то до сих пор. Ты в шоке. Мазила. Я мазила. Это просто пиздец, я мазила. Так, что здесь? Кругами хожу, тут нет ничего. Killing you guys is wrong. I don't want to be right.
Я календарь. Да. Что за? Нете. Коза недорезанная. Кстати говоря, тут есть где-то... как она называется-то? Эй, а где оно? Нет, наверное, вот здесь, да, нет? Здесь какая-то пачка купюр. Попробовать, что ли? Что? Ой. Чё за бред? Ладно, я не это хотел. Да короче. Хорош извращаться. Не, блин. Сколько их еще тут? Еще 4. Да. Красиво тут. Ай, дайте посмотреть на красоту. Чего? Вам жалко? Да куда ты? Пиздец, как долбоебище прыгает, но. Как ты промазал? Да ты сдохнешь, нет, козлина.
лупом. Так, еще три. Надо же когда-нибудь этим пользоваться. Блять, с косой. Что успею? А как ты сейчас-то промазал, блять? Хотите, чтобы я двигался, что ли? Двигался, что вы хотите, да? А может... Или может лень? Ты откуда вылез? Э? Откуда вы вылазили? Oh, hello, new ammo friends. You ready to hear some fuck faces? Нормально. Нормально. Наконец-то я увидел, как эта пуха-пуха работает. Как должна работать. Она что-то должна, но не работает, нихера. Как надо. Безумие какое-то там под мостом творится. Оу. Нитир. Вы это видели? Не, ну вы видели? Это сволочь. Блин, больно. Тихо, пацаны. Нормально все. Признаю свои ошибки. Нельзя быть таким самоуверенным в этой игре. Блин, меня тут сейчас могут запросто покрошить. Да, блядь, ты будешь перезаряжаться когда-нибудь? Как они умеют. Блин, я ни хрена не вижу, откуда они палят. Самое противное. Oh!
Да, хрен попадешь. Блин, я в какую-то передрягу. Заварушку серьезную влез. Надо выбираться. Серьезные какие-то. Вот у Гаусса могли бы хитбоксы и побольше сделать. А тут ни хрена не попадаешь. Да возьми ты, блядь, пушку. Почти патроны, нет? Видимо, нет. Так, все, последнее осталось. Куда добрались? Блин, да что опять с мышкой-то? Е-мое, блин. Сряда. Что ж ты глючишь-то у меня последнее время? И как ты промазал? Вот как? Ну вот как? Как ты промазал? А сейчас как ты промазал? Ничего не понял. Я ему прям в упор стрельнул. А ему пофиг. Ладно, все. Хрен нахер тут. Шмалять. Неинтересно. Вот мне с этим не... Мне с этой мелкотой неинтересно биться. Куда интереснее... со здоровяками. Выйдет какая-нибудь дрянь такая на тебя размером с дом. Ну ладно, пока.